Добрый день. Самый высокий Бог и Христос благословит вас. У нас новая тема сегодня. Это брак или свадьба. А сейчас мы открываем в Новом Завете. В Новом Завете, пожалуйста, открывайте книга Евреям. Книга Евреям. Книга Евреям, глава 13, стих 4. Брак у всех да будет честен и ложен и порочен, но блудники и прелюбодеи Бог будет судить. Еще раз. Брак у всех да будет честен и ложен и порочен, но блудники и прелюбодеи Бог будет судить. Бог будет судить все люди, которые есть отношения с девушкой. Например, человек, который есть отношения с девушкой или девушкой с мужчиной без брака. Это будет очень плохо для вас, когда Иисус будет здесь судить все люди от Его закона. Или от его отца законе. Еще раз. Брак у всех да будет честен и ложен и порочен. Брак у всех это очень-очень добрый, очень хороший пред наш Бог. Это только Он знает. Он и знает о отношении. Если у тебя сексуальные отношения, это не для Его. Сексуальное отношение – это плохо, это против его закона или заповеди. Бог только уважает брак, и все. Если у тебя сексуальное отношение или не такое отношение, которое очень плохо, если вы целуетесь или если вы трахайтесь, да, занимайтесь сексом. Это очень плохо перед нашим Богом. У него, еще раз, у него уважение только для брака. Это о чем мы сейчас читаем здесь. Брак у всех да будет честен и ложен и порочен. Вы можете сделать, что вы хотите на кровати с твоим мужем или с твоим женой, не девушкой. Ни бойфренд или girlfriend, нет. У него нет уважения для этого. Поэтому много людей есть болезни от этого. Это его суждение, когда мы сделаем, что он не хочет. Еще раз, брак всегда будет честен и ложен и порочен. Но блудники. Что это такое блудники? Блудники – это когда у тебя отношения с девушкой, когда у тебя отношения с девушкой без брака. Все мужчины должны иметь только одна девушка или жена в жизни. И тоже все жена только и должен иметь только один муж или человек, и все. Вы должны думать о браке, потому что наш Бог есть только уважение, его уважение на браке. Ни отношения, ни сексуальные отношения. Или когда вы целуетесь, нет. Еще раз. Но блудники и прелюбодеи Бог будет судить. Еще раз. Но блудники и прелюбодеи Бог будет судить. Что такое прелюбодеи? Это когда вы смотрите на другой жена, или другой девушка, или другой мужчина для другой жена, или для другой мужчины. Если, например, у меня нет жены, а мой друг или
Не только мой друг, другой человек, есть жена, а я смотрю на ее с похотью, потому что я хочу лежать с ней или заниматься сексом с ней. Это очень-очень плохо. Это прелюбодей. Это очень-очень плохо. Мы сейчас будем читать другое определение для этого. Открывайте, пожалуйста, Матфея, глава 5, стих 27. Вы слышали, что сказано древним. Не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Это очень-очень легко понимать. Сейчас мы уже читали в Новый Завет, где Господь сказал, что брак у всегда будет честен и ложен и порочен. Но блудники и прелюбодеи Бог будет судить. Что такое это блудники? Это тоже, когда вы будете на межрасовый брак. На межрасовый брак. Межрасовый брак – это блудники. Это блудьяство. Это плохо. На его закон, второзаконие, глава 7, стих 3, он сказал, что это очень плохо. Если мы выступаем на межрасовый брак. Межрасовый брак – это очень плохо. Недобрый, вообще недобрый. А сейчас мы открываем. Битие, глава 2, стих 24. Это первый закон на этого. Это первый закон на этого. Битие, глава 2, стих 24. Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, и будут одна плоть. И будут одна плоть. Что это значит? Это значит, как мы можем быть одна плоть с женой? Это когда мы вместе, например, я и моя жена делаем, что наш Бог сказал на Библии. Это только так мы можем быть одна плоть. Битие, глава 2, стих 24. Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть. Будут одна плоть. Одна плоть – это когда мы сделаем, что наш Бог сказал, что Господь писал здесь через все его пророки или пророков. Только когда я согласен на этого, и моя жена тоже, мы можем быть одна плоть. Мы верим на этого вместе. Делать все это. Если я верю, и она не верит, нет. Это не одна плоть. И она верит, и я не верю. Это не одна плоть. И не через секс, нет. Потому что много людей думают, когда я лежу с ней, или занимаюсь секс с ней, мы же одна плоть. Да, но очень важно это. Лежать с ней, это только когда вы же муж и жена, не в отношении. Потому что Бог, у него нет ни такого уважения для отношений. Сексуальные отношения. Нет, у него нет уважения для этого. Только брак. У него уважение только для брак или свадьбы. Потому что это его закон. Дальше. Сейчас я знаю, много людей, может быть, думают, если я хочу замужем с ним, или жениться с ней, мне надо узнавать ее. Да, конечно. Вам нужно узнавать ее или его.
Но как вы можете это сделать без секс? А как вы можете узнавать ее без поцелуя? А что наш Бог сказал об этом? Что Библия сказала об этом? Сейчас мы посмотрим. Открывайте, пожалуйста. Это в другой книге в Библии. Называют апокрифы. Сирак, глава 6, стих 7. Если ты хочешь получить друга, или тоже, если ты хочешь, или вы хотите получить жена или муж, это сначала, докажите его или ее. И не поспешишь его почитать. Сначала докажите его или ее. Надо докажить его или его. Надо докажить его или ее. Хорошо? Это не со сексом. Еще раз. Это не со сексом. Секс не будет навсегда. Еще раз. Секс не будет навсегда, но хороший характер будет навсегда. Хороший характер будет навсегда. Это что Бог хочет, что мы будем смотреть. Его характер или ее характер. Не его грудь или его попа. Это большой, это не большой. Это очень секси или это не секси. Нет. Он хочет, что вы будете... Он хочет, что вы будете доказать его. Он хочет, что вы будете доказать его через его законы или ее через наш Бог законы. И узнавать, если у него очень хороший характер. Хороший характер – это люди, которые сделали, что наш Бог сказал. У них есть очень хороший характер. Но если они не сделают это, еще раз, если они не делают это, у них нет хороший характер. Это очень легкий. Но много людей будут думать, много людей сейчас будут думать, как они хотят, потому что они не верят на это. Мы посмотрим, когда Иисус будет здесь, кто правильно или нет. Bishop Nathaniel of Israel United in Christ. Please subscribe to our YouTube channels. Stay up to date with our latest events, music, and classroom lessons. IUIC plans to continue visiting different countries where this gospel has not been preached before. IUIC needs your help in pushing this truth. So join us, subscribe to our Instagram, Facebook, Twitter, and podcast, and stay up to date with us. For
For more information, please visit www.israelunite.org.